Всем привет! Сегодня давайте с вами полистаем каталог компании Avon. Каталог под номером 1, который действует с 30 декабря 2017 года по 22 января 2018 года. Вот, сейчас у нас такой декабрь, все, Новый год, но как всегда после Нового года будут супер скидки январские, и вот они в этом каталоге и представлены. 119 рублей карандаши для губ, шикарная цена, 165 рублей блески. Так, 119 для глаз, кремочки. Это мы будем заказывать призы по итогам 17-й кампании. Кто больше сумму заказал в 17-й, тот соответствующие призы выберет в первой кампании. Действительно, лучшая цена на вот эти вот водички Персив 500 рублей. Там. Так. И Череш, и Персив, все у нас. Новые аксессуарчики вот такие вот. Сумка трехцветная, лаконичная такая. Так, 200 рублей всего тушь удлиняющая. И Супершок 200. Слушай, ну это реально. Слушай, я какая-то с подружкой. Слушайте, 209 рублей помада Ультра. Я так быстренько. 119 рублей. Леди, она была в предыдущем каталоге 129, это классно. И 119, это у нас помада сияние цвета, тоже хорошая, но заметьте, грамм тут 1,8 в леди и 1,8 в сияние цвета. В обычной помаде обычно 3 с чем-то. Лак для ногтей 109, тоже хорошая стоимость. 279 любая пудра шарики, либо румяна шарики. 249 рублей тоналка спокойное сияние. 600 рублей Incandescence, либо вот эти вот водички. Я надеюсь, вам все видно. Если не видно, пишите, я все расскажу. 600 рублей мужские ароматы, тоже хорошая цена. Pur Blanca, Blue, Pur, Soft Mask 375. Ой, я чуть пропустила. 269 Summer White и моноароматики. Так, шампуньки 149 рублей, но объемчик у них 400 миллилитров, тоже шикарная цена. 125 рублей на интимке, но в 17-м каталоге можно успеть их купить по 99 рублей при покупке двух. 139 рублей, это у нас Avon True Nutra Effect, тоже хорошая стоимость. Всего 300 рублей двухсистемное средство, да, для верхнего века и для нижнего. У меня много поклонников этого средства. Я думаю, его закуплю для своих коробочек счастья, потому что цена достойная. Тем, кто решит стать представителем, я приглашаю в свою команду и, сделав первый заказ по первому каталогу, со вторым заказом, то есть уже по второму каталогу, вы получите в подарок Avon Alpha аромат либо мужской, либо женский, какой выберете сами. Далее пойдем по ароматам из серии ТТА. Любой аромат 859, тоже шикарная стоимость. В общем, самая-самая распродажа. Все наборчики. 859 набор Attraction и Attraction Rush. 1300 неизменная цена на их дуэт. ФАМ эксклюзив и просто ФАМ 600 рублей, тоже классная стоимость, 600 рублей, это прям шикарно. Вивлавита 789, Пульс 400 рублей, ну это уже к дню влюбленных, да, парные ароматы. И 400 рублей вот эти вот ароматики Secret Fantasy. Вот это предложение меня очень заинтересовало. 2 за 199, то есть 100 рублей. Любой дезодорант, спрей. Вот эти вот у меня любят мужчины брать. Это лосьон после бритья. Он без распылителя, он так на руку. И вот на лицо кто любит так шлепать. Не знаю, как сказать правильно. Так, 279 X-Series Avon Sport. Ну, в общем, на все скидки прям листаю, захлебываюсь. Вот она, моя Aspire Debut. Я заказала за 375, но там была новогодняя распродажа. Здесь 400 рублей. Люкс. Опять предложение. Любой продукт за 250 рублей при покупке двух. Здесь у нас помады с бальзамом и обычный, и объемный тушь Люкс.
прекрасная возможность попробовать, да, кто не пробовал, потому что противоречивые отзывы. Матовое превосходство, очень люблю эту помаду, у нас сейчас зима не морозная, я практически каждый день пользуюсь именно матовой помадой, она не сушит губы, прекрасно держится, мне нравится. Питание, цвет, это вообще у меня прям штуки 3-4 помады, это вот именно на зиму и когда подсушиваются губы, она с бальзамом. Здесь так вот пролесну немножко. 139 средств для ногтей. Это нам предлагают купить пробники новинкой следующего каталога. Взрыв цвета губная помада. Заказывайте любой пробник за 20 рублей. И в следующем каталоге, если вы закажете помаду, то из суммы стоимости помады 20 рублей вычитается. Как бы получается, что пробник вы бесплатно. 259 рублей губная помада с эффектом объема. Для бровей пролистываю, у меня мало их заказывают, может быть потому, что я сама не пользуюсь средствами для бровей, и я не могу ничего о них рассказать. Я вообще со своими бровями ничего не делаю, не крашу их, не придаю им форму. В общем, я как с ними родилась, так и живу всю жизнь, и в общем, я не знаю. Ну, вот это вот хвалят, заказывали у меня пару раз, клиенты хвалят, а на собственном опыте не могу вам ничего сказать. Вот. Декоративка. Так, пролесну. Распродажа. Такая относительная. А вот хорошая цена, 700 рублей. Это у нас такие для бани, аксессуары, полотенца, пижамки опять, 1200, 1400, 1500, халат. Вот это суперская серия, все рекомендую, джинсы ношу, футболку ношу, хоть она здесь называется женский джемпер. Единственную юбку не покупала, но думаю, она тоже достойного качества. Так, вам цены видно? Так, скидки на колготки. Надо мне, я никак не Вейвен, не Фаберлик, не попробую колготки. Так, опять набор за 300 рублей из 3 средств. Это вообще шикарно. Смотрите, какие средства классные. И объемчики у них 400 мл, да, 500, гель для душа 500. Классное предложение. Я думаю, нужно воспользоваться всем прям. Тотальная ликвидация. Вот этот костюм, опять повторюсь, ни за что не заказывайте, девочки. Это прям Г с большой буквы. Это я уже убедилась. А вот эти штанишки суперские, я их носила прошлой зимой, было холодно. Сейчас у нас слякоть на улице, я не ношу, потому что в них жарко. Там красный мех внутри, сверху как вязаное полотно, супер. Но размер 38-40 это для очень худеньких. Они не больше мерят, поэтому их нужно заказывать размер в размер. Такие новогодние. Распродажа одежды. Вот такие штанишки я Соне своей дочке покупала. Хорошие. Они как трикотажные, но когда наденешь на ребенка, они выглядят как будто она в джинсах. А ей очень удобно и тепло, и тянутся она, и они. И она может в них там бегать, прыгать, ноги выше потолка задирать. Снеговичок 350 такой новогодний. Тут пролеснем немножко. Сумки. Так, тушь плюс карандаш всего за 259 рублей. Ну, хорошая стоимость. Color Trend. Клеоскин серии тоже вся по скидочке. Есть очень много любителей. 129 рублей все тоники. Мне вот самой бы надо уже прикупить тоник. Уход и забота. Серия Enyu. От 400 рублей. Ну, 400 рублей это 25+, потом пошло по возрастающей. Так, маска, которая мне очень понравилась. 1 плюс 1 равно 3. 2 за 125 заказываешь, это получается за 250 рублей 3 штучки. Достаточно выгодное предложение. Такие вот. 3 в одном средство, 219, серия СПА. Окей, 155 рублей, лосьон для тела, 400 мл объем.
Опять бальзамчики появились 129, они и для локтей, и для губ, и для кутикулы. В общем, все, что хочешь, можно ими намазать. Всего 100 рублей крема серии Naturals. А у меня, кстати, бывает, что их заказывают. Так, вот они какие-то проходящие, кожа с ними отдыхает, они не... Вот там термодействие. Шампуньки Naturals. Полистаем. 169 рублей пены для ванны 500 миллилитров, а литровые по 289. Для ног средства. Мужские тоже средства уходовые. Пора уже будет закупать к 23 февраля постепенно. Детские. У меня у дочки вот такой набор. Шикарный. Мне самой хочется иногда брызнуться. И, кстати, они достаточно стойкие. Если она больше одного раза брызнет на волосы, капец, я укладываю ее спать и прям ощущаю этот аромат. Он не противный, но такой ощутимый, как будто она реально парфюмом побрызгалась. Детская серия. Суперская цена. Вот я воспользуюсь этим предложением 100%. 109 рублей на любую маску спа. На данный момент я использую турецкий хамам, мне нравится. Увлажнение, но ее нужно 20 минут держать, и это у меня поэтому реже она используется. И разогревающая, я вообще в восторге, обязательно ее повторю. 79 рублей Naturals серия. Avon Care, тоже по скидочкам. Хорошая стоимость на умывашке, 69 рублей, особенно с овсом. У меня любит кто, у кого сухая кожа. Подарочные такие новогодние пингвины. У меня в этой вот, кто смотрел сейчас час заказ перед обзором каталога, у меня там таких 10 штук, ну, на видео 9, потому что одного забрали. Я думаю, это еще не предел. Вот эти ежегодные предложения, которыми я пользуюсь в основном для геля для душа, но, может быть, в этот раз еще и шампуньки закажу. Заказывайте 12 абсолютно разных шампуней, какие хотите, хоть одну 12, одного видно 12 штук, и 69 рублей штука, то есть годовой запас. И такое же предложение с гелями для душа, как показывает моя практика. Каждый раз я заказываю 12 штук, но это у меня не годовой запас, к маю они заканчиваются, они раздариваются, распродаются, используются. Классное предложение. Каталог следующий 49 рублей. Шариковый дезодорант 75 рублей. Хорошая цена. Я, кстати, сейчас для себя открыла невидимый барьер. Достала. Я что-то как-то не пользовалась от Avon шариковыми. Именно вот из этой серии On Duty. И открыла сейчас невидимый барьер. Я вообще в восторге. Он мне мои футболки черные не пачкает. Высыхает достаточно быстро, если раз только провести по подмышечной впадине. Защищает на целый день. Сейчас схлякать то в машину, то из машины, то бегом по улице. Ну, в общем, защищает круто, девочки. Я советую. Я не ожидала. Я думала, будет хуже. 59 рублей любой крем для рук серии Avon Care. Это тоже прям хорошая стоимость. И хороший крем. 115 рублей лосьончики, спрейчики. И 119 рублей. Это у нас миниатюрки, но они с шариковым аппликатором, то есть они не брызгаются. Так, это был каталог. Сейчас посмотрим, что выгодно заказать с него представителя. Он так мне пришел, мятенький фокус, ладно. Так. Новинка у нас будет какая-то, Full Speed. Можно будет заранее заказать, подумаю, это для... клуба NU. И вот у нас губнушки, которые новенькие, да, мы можем заказать 5 оттенков за 600 рублей, это по 120, да, твоя выгодная цена, 796 рублей. А пробники не вижу. Губная помада вообще одна такая стоит 170, любую можно заказать, да. Пробники, наверное, только с каталога. Ладно, какие-нибудь, если кто смотрит меня из моих клиентов, скажите, какие, я покажу вот так поближе, скажите, какие пробники заказать, какие, может быть, полноразмерки, я обязательно закажу, чтобы у вас у первых все это появилось. Так, 69 рублей розовые грезы, пена для ванны,
Чувственные розы, ну хорошая цена, да, надо попробовать. 150 миллилитров, большой объем, все в одном, крем для стоп 119 рублей. Тоже. Хорошая, любой набор за 100 рублей, вот это вообще шикарно. И этот набор, и этот, наверное, я оба закажу, потому что не за горами уже опять праздники 8 марта. Люкс тональный крем 420, на данный момент я пользуюсь таким тональным, мне очень нравится. И спа, безмятежность Прованс, 259 рублей, это мыло и пена. Пудра, кстати, 369, тоже хорошая стоимость. Календарики. И тут помадки. Сумки новые. Леонора. 896 рублей. Черная, белая и красная. И платьишко. Ну, что-то мне это жабо не очень нравится. Я такие не люблю. И гели для душа. Ароматерапия «Счастье». Обязательно надо заказать «Счастье». Это для женщин, для мужчин. Бесконечная свежесть. 59 рублей. Так, ты можешь заказать по одному экземпляру. Ну, я могу по два, потому что я заказ отправляю от себя и от Стаса. Поэтому пишите, кому нужно. Пораньше я вам все организую. И распродажи. Всего 200 рублей вот эти ароматики. Туалетная вода «Бионтренд», «Романтик». Blue Individual Casual 259. Эти вот по 200. Кстати, хорошая цена. Особенно у кого подростки, кому вроде надо парфюмчиком пользоваться, но дорогой еще по возрасту не подходит и вообще по статусу. Вот такие прям хорошо. Так, термосумка 549. Уже, может быть, закажу. У меня есть две термосумки в старом дизайне. В одной у меня хранятся лекарственные средства. Одна у меня ездит со мной всегда. Я к ней купила две пластины для жидкого льда. И я думаю, семья растет у нас. И я думаю, нам нужно еще одну. А тут средства. Давайте, средства интереснее. Это вот для меня. Я, конечно, закажу 200 рублей. Это очень хорошая цена для антицеллюлитного лосьона. Нежная магнолия спрей 79. Это раритетные у нас водички. Они уже вышли из каталога. И кто их любил, может заказать за 449 рублей. Также моделирующий скульптор тела. Тоже хорошая стоимость. Моя наилюбимейшая маска для лица 119 рублей. У меня в запасах такая есть вместе с шампунью. Очень мне нравится. 79, мужской гель для душа, шампунь 2 в 1, Avon Home эксклюзив, тоже хорошая стоимость. Вот такая вот распродажа. И покажу президентский клуб. Мне написали в личку девочки, что я в каком-то видео пообещала видео заказа, а в видеообзоре каталога не показала. Я исправляюсь, девочки, я все читаю, что вы мне пишете в личку. Даже в комментариях, если я не ответила, я ставлю лайк. Я помню о ваших запросах, поэтому вот, пожалуйста, это по объемам продаж. Вот это вот, конечно, 165 рублей с 13 по 12 компанию, то есть за год. В принципе, реально, я как-то, когда заказывала только от себя, у меня была достаточная сумма, тоже что-то там 155, что ли, тысяч. Тогда у меня был подарок от Moulinex соковыжималка. Привозила курьер от Avon. Очень было приятно. И долго я ей пользовалась. И, ну и сейчас она у меня не сломана. Просто что-то мы подзабыли про соковыжималки. Так. И вот еще такие вот подарки. А вот это вот первые три этапа. Призы и привилегии каждого этапа. То есть если с 13 по 17 компанию 55 тысяч. То можешь один приз выбрать. А если 125, то 3. Вот они все призы внизу. В общем, чем больше реализуешь продукции, тем больше еще подарков подарит компания. Вот. Если кого-то прям конкретно что-то заинтересовало, сколько там, например, за год нужно с каждого каталога заказать, рассчитать, пишите, я вам все посчитаю. Вот, подарки хорошие, все средства Avon, все такие из разных серий, люксовые всякие. Вот. Ну, еще он набор новинок подарит. Вот, так что вот такой у нас президентский клуб на 17-18 год. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.